всех приветствую. Это проверка работоспособности ресивера Marantz 5004. Проверка работоспособности на HDMI, на цифровые входы, на мощность всех каналов. Всего прямо отобразить на видео не смогу. Вот, ну просто на видео просто отображу, что, к примеру, HDMI работает. Сейчас вот сигнал по HDMI идет. Вот HDMI провод подключен. Это выход на телевизор. Это HDMI провод с компьютера, на котором сейчас видео онлайн идет. Я его сейчас отсоединю. И вот сигнал пропал и звук. Остался звук только на компьютере и на компьютере. Так. Сейчас обратно подключу. Подключил HDMI. Видео пошло, звук пошел. Все отлично, четко работает. С электровходов. Но он тут так по-дурацки подписан. ННН как-то. Так. Цифровой сигнал у нас сейчас. А вот как раз рядом на DVD цифровой сигнал. Вот сейчас плеер. Звук идет с плеера по оптике на ресивер. То есть вот на DVD оптикал 1 подключен. Вот он у нас, оптикал 1. Отрубаю. Звук пропал. И сейчас опять подрубим его. Все, звук пошел. Отлично все работает. Отличное качество звучания, высокая мощность, очень хорошее оснащение. Ресивер не новый, не самый современный. Вот талмуд описания. Короче, касательно этого самого управления. Управление интуитивное, простое. Так, сейчас переключимся на вход HDMI. Так, попробую включу меню с пультика. Вот меню. На видео кажется, что все моргает, но это из-за несогласованности матрицы телефона и развертки экрана. У меня тут все идеально ровно, гладко все работает и отличного качества картинка. Вот такое вот меню вылезает. OSD меню. Это все дублируется на лицевой панели. Вот. С пультиком мы вот это вот все листаем. Ой, на дисплей. Вот, вот так вот мы листаем. Вот, к примеру, спикер меню. Вот. Manual setup. Speaker distance. Вот. Ну и дистанция по всем колонкам вот мигает. И, ну, то есть мигает нужная нам колонка. Настраивайте вручную сколько надо. Вот. То есть все полностью без проблем работает и отлично все легко управляется. Так, exit. И вот нажал exit, происходит переключение с меню на фильм. Вот опять пошел HDMI сигнал, звук на колонке идет с ресивера. Все работает отлично, я всем доволен. Звук отличный, мощность отличная. Вот, то есть ресивер полностью в порядке, полностью готов к эксплуатации. Ну, есть по косметике вот царапки вот тут вот, ну, плохо видно. Вот тут вот есть царапки, ну, черный цвет, может, не так критично. Вот. Отлично работает. Отличное качество звучания. В общем, ну, думаю, брать можно смело. Вот так вот. Кому интересно, пожалуйста, приобретайте путем обмена или за наличку. Попробуем договориться. На этом все. Видео заканчиваю. До свидания. До связи.